На улице дождь, уже вечер сейчас. Сегодня опять бомбили в Харькове. Было слышно, как на улице. Да и дома было слышно несколько взрывов снарядов. Такое вот воскресенье. Ходила, погуляла 2 часа по городу. Пришла домой. Сижу, втыкаю в YouTube. Поражаюсь, как легко люди учат. Чему-то учат. Это какая-то мания. Когда-то читала про психологов Юнга, Фрейда. И интересный факт, что в каждом, значит, поколении, которые там сменяются, там каждые 20 лет, так, как-то так, в каждом поколении, значит, существовали свои психзаболевания. Да. Вот начиная с тех времен, когда там на балах сознание теряли в тесных корсетах все поголовно, да, и заканчивая там временами Фрейда, когда там истерики какие-то у людей были, массово вот от истерик лечились, мода такая была, модная болезнь. А сейчас, мне кажется, вот настало какое-то время у людей мания обучать. Это, я не знаю, конечно, не имею никакого отношения к медицине, и слава богу, но вот такое всеобщее какое-то помешательство, судя по Ютубу, и мания обучать. Вот хлебом не корми, дай поучить. Чему угодно. Даже какие-то сами не состоявшиеся ни в чем люди, ни профессиональной никакой ни профессии не овладевшие, ни семью не создавшие, но обучают, и у них прокатывает самое интересное, за чистую монету просто. Ну, может, действительно есть чему поучиться. Не тому, чему учат, а именно наблюдая со стороны, как они это делают. Будем смотреть.